Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим аккумулятор на iPhone 6. Приступим. Необходимо открутить два винтика, которые находятся снизу. Откручиваем один винтик. Открутили. Откручиваем второй винтик. Берем металлический либо пластиковый медиатор и между корпусом и рамкой дисплея тихонько отщелкиваем дисплейный модуль. Отщелкнули. Открываем аккуратно с нижней части. Открыли. Берем отвертку. Откручиваем два винтика защиты крепления аккумулятора. Открутили один винтик и откручиваем второй винтик. Берем пинцет, снимаем защиту, убираем в сторону, берем пинцет и отщелкиваем разъем аккумулятора от печатной платы. Также вы можете это сделать ногтем, просто нужно аккуратно. Берем медиатор и вытаскиваем аккумулятор. Аккумулятор приклеен к корпусу. Все, аккумулятор мы вытащили из корпуса. Берем новый аккумулятор. И устанавливаем его. Необходимо воткнуть разъем аккумулятора в разъем на печатной плате. Там ничего сложного нет. Все воткнули. Теперь устанавливаем защиту. Нужно прикрутить два винтика. Берем один. Прикручиваем. Берем второй. И также его прикручиваем. Все, мы прикрутили защиту. Теперь закрываем телефон. В верхней части прижимайте, там необходимо попасть в пазики. Все, мы в верхней части попали. Все, попали. Закрываем. И защелкиваем со всех сторон. Аккуратненько. Все, защелкнули. Теперь необходимо закрутить два нижних винтика. Закручиваем один. И второй. Закручиваем. Все, закрутили. Теперь проверяем телефон. Включаем его. И ждем, пока он загрузится. Все, он загрузился. Проверяем телефон. Все, аппарат полностью работает. Мы заменили аккумулятор на iPhone 6. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.